Как раз молодому поколению, именно молодежи, да, то, что у нас есть герои, то есть вы, да, что вы приходите сюда, вам не все равно, и что вообще вы есть, да, сейчас, на данный момент, что мы вообще, вот мы видим, какую тенденцию и так далее, вот, очень много компьютеров, и у молодежи нету кумиров. То есть, да, включая телевизор, они видят там шоу-бизнес, там то, сё, да, но вы понимаете, что вообще происходит за компьютером. И мы сейчас, поскольку у нас молодежное движение, фонд «Время», мы сейчас эту молодежь пытаемся сейчас адаптировать. При помощи того, чтобы оказывать ветеранам бесплатный ремонт квартир, там, помощью разные и так далее, да? Вот. Чему мы учим молодежь? Вот если вы... Сейчас, минуточку. Так, да. Можно записываться в очередь на ремонт квартир, да? Вот. Ну, мы тихо-тихо. Вот. Ветеранам. Нет. А что, нет ветеранов? Мы помогаем многодетным нуждающимся. То есть у нас фонд, это частный фонд, это не государственный, да? Безвозмездное оказание помощи. Чему мы учим молодежь? Что если каждый из вот нашего поколения относился бы к тому, кто старше, как к отцу, да, к тому, кто ровесник, как брату, а если к маленькому, как к сыну, да, то у нас бы, наша Россия бы поднималась еще и так далее. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы есть. И дело в том, то, что вот на данный момент наше поколение, да, оно пытается, старается, да, мы вот вытягиваем их. Но дело в том, то, что без вас, без вашей поддержки, без вашей помощи, то есть очень тяжело. Вот меня дед учил, да, всегда иди вперед, даже нету сомнений, как это учили вас, да. Нету сомнений, все равно мы победим, мы добьемся. И дело в том, то, что вот на данный момент подрастает маленькое поколение. Вот, и у меня к вам тоже большая просьба, у меня у самого есть дети и так далее. То есть вы бабушки, дедушки, вы именно те, которые научат вот это уже поколение быть порядочными, честными и быть настоящими людьми. Так что я хочу сказать спасибо Игорю Викторовичу, да. И давайте, знаете, кому похлопаем? Похлопаем вам за то, что вы есть, и за то, что вот вы поднимаете вот это поколение и делаете все, чтобы вот оно выросло хорошими людьми. Спасибо вам большое. Так, спасибо, Дмитрий Александрович. Ну, мы приступаем к нашей основной программе.